Рынок Шымкента. В предпраздничные дни здесь многолюдно. Покупатели стараются купить продукты заранее. С сожалением отмечают, что цены растут почти ежедневно. Помидоры и огурцы, например, подорожали на 300-400 тенге, уверяют горожане. Ну, вот я неделю назад была, были дешевле. Неделю назад. Вот сейчас пришла уже. Помидоры подорожали, огурцы подорожали, зелень подорожала. И на сколько вот? Да, ну, вот я брала, по-моему, помидоры были 800, да, вот неделю назад. Розовые, да, было. Да, где-то 800, огурцы были где-то 900. Сейчас вот 1200. Дорожает каждый день. Продавцы рост цен отрицают. Говорят, размер торговой наценки на овощи не превышает 100 тенге. В этом сезоне самой дорогой оказалась ташкентская продукция. Узбекские томаты стоят от 800 тенге. Огурцы местами доходят почти до 2000. Стоимость зависит от сорта. Сознанием дела поясняют торговцы. Обычно ташкентские они дорогие. Вот как было 1700-1800. Это называется арзу. Арзу, она идет, объем мало привозят. Редко вот на базаре кто продает. Но они дорогие, но берут килограмм, два килограмма. С началом нового сезона на рынках появились местные овощи. На удивление горожан их стоимость оказалась ниже узбекского импорта. А в прошлом году картина была обратная. Помидоры и огурцы Туркестанской области на 100 тенге дешевле ташкентских. Владельцы же теплиц нам рассказали, что на рынке и в магазины продают огурцы по 600 тенге за килограмм. Стоимость складывается в основном из коммунальных услуг и удобрений. Только за газ в холодный период эта теплица площадью в 3 гектара платит около 10 миллионов тенге. Первые месяцы при выпуске продукции у нас, соответственно, и затраты большие. Это и расход на газ, на электричество, соответственно. Малая урожайность ввиду отсутствия достаточного количества солнечных дней. И выход этого урожая получается маленький. Мы, соответственно, чтобы перекрыть эти возможности, стараемся чуть-чуть подороже продать нашу продукцию. Но от этого мы не имеем прибыль, мы только закрываем свои расходы. В следующем месяце производители обещают снизить цены, а чтобы продукция была дешевле и зимой, просят поддержки у государства. До прошлого года, до середины прошлого года, поддержку от государства мы получали в виде субсидий на урожай. Действуют субсидии на удобрения, возмещение затрат от 30 до 50%. Сейчас эти урожайные субсидии отменили. Я не думаю, что это было правильно, потому что если не поддерживать сельхозпроизводителя, то однозначно мы будем проигрывать. Шымкентские антимонопольщики уже приступили к мониторингу цен на овощи. Параллельно с этим специалисты анализируют подорожание и других социально значимых продуктов – мяса, курицы и муки. К слову, рост стоимости последней спровоцировал и подорожание хлеба. Цена на него повысилась на 10 тенге. Анастасия Новикова, Эльдар Жунусханов, Саид Ахмедов, информационная служба телекомпании «Отрар».